Ну, ни о какой ошибке здесь, прежде всего, речи быть не может, поскольку Соединенные Штаты сами заявили о том, что прежде чем нанести удар, они несколько дней вели разведку этого района. Соответственно, этому, ну, Соединенные Штаты, у них большая группировка шпионских спутников, у них самая мощная разведывательная авиация, все эти аваксы, другие средства. Беспилотники. Да, беспилотники. У них очень много средств для того, чтобы провести качественную разведку. Поэтому, заявляя о том, что они несколько дней готовились к этому удару и постоянно мониторили ситуацию, говорить о том, что они нанесли по ошибке, просто не приходится. Они сами себе же как бы заявляют, что какая может быть ошибка. Вообще, в американской дипломатии, если вы обратили внимание, всегда, когда нужно что-то списать и закрыть какую-то тему, американцы используют всегда одну и ту же формулу. Это была ошибка. И вот у них Афганистан, это что там, Корея была ошибкой, Вьетнам был ошибкой, Афганистан ошибка, Ливия ошибка, и чего, Ирак ошибка, везде всегда ошибка. Это вот страна, у которой вся дипломатия, вся внешнеполитическая деятельность состоит из одних ошибок. Вот. Потому что как только они заявили ошибка, это как бы предложение всем, короче, замолчали и все. Мы сделали то, что надо, а вы уже там в это дело встраиваетесь. Признайте, что это ошибка, и вот вам типа как аргумент для того, чтобы вы продолжали обслуживать американские интересы на внешнеполитической арене.